В маршрут планового объезда вошел городской парк, детский сад 39, школа искусств, хоккейная площадка «Уфок-лидер», лицей, улица Советская и Горького, где проходят работы по комплексному благоустройству. В парке установили освещение, смонтировали две беседки, сейчас приступили к оформлению благоустройства возле них. На днях начнут устанавливать перголу, теневой навес. Из замечаний – произвести окос травы и в некоторых местах восстановить брусчатку. По нашим прогнозам, 22 сентября мы планируем все работы закончить и провести торжественное открытие. Вот, и завершить, так скажем, все работы по комплексному благоустройству нашего парка. Останутся там некоторые вопросы, которые это уже на следующий год будем думать и решать. В бассейне детского сада 39 занимаются облицовкой стен плиткой. Благополучно прошли испытания чаши на герметичность. Скоро приступят к работам по потолку. Работы в саду ведутся активно, но предварительное открытие, как мы планировали, не на 1 сентября, а это примерно будет с 10 по 15 сентября, потому что идут определенные технологические процессы, и я не хочу, чтобы качество страдало. Но спешки такой нет, 2 недели нам роль не сыграют, а в качестве, в результате работ мы выиграем. В детской школе искусств практически завершен капитальный ремонт 2-го этажа, облицовка фасада. Отремонтированные здания планируют распахнуть двери для учеников практически в начале учебного года. Готовность высокая, но есть определенные работы, которые по штукатурно-малярным, по внутренним помещениям, по потолкам, по электрике необходимо доделать. Пока предварительно открытие Электрогорской детской школы искусств мы планируем на 4 сентября, с понедельника. То есть 1 сентября у нас пятница, 4 планируем уже этот объект ввести после капитального ремонта. До 1 сентября нужно благоустроить хоккейную площадку возле ФОК-лидер, выпрямить баскетбольное кольцо, отсыпать и спланировать грунт, восстановить бордюр. В лицее заканчивают работы по ремонту столовой. Здесь новая плитка, мебель, свежевыкрашенные стены, побеленные потолки. А на стадионе лицея сделали подушку из щебня и песка и уложили искусственный газон. Сейчас рабочие дают ему отлежаться. Это кварцевый песок называется. Он просыпается, ворс будет 5 миллиметров, максимум сантиметр. Ну, вот так специальный счет еще, да? Да. Его равнять еще, трамбовать. Им еще заниматься. До полной готовности учреждения к новому учебному году осталось совсем немного. Во дворах домов 39-41А на улице Советской есть некоторые замечания по качеству работ. Необходимо исправить асфальтированные дорожки, ведущие к подъездам. Вот эти колеса, ветки, все отсюда, все уберешь, да. Здесь, ну неужели эту площадку нельзя было сделать под лавочку? Ну делали. И смотри, какой крупный асфальт, он, видишь, этот весь... Ну, сделали просто вот, вообще некачественно. На улице Горького у домов 8, 10, 14 нужно выполнить работы по наведению порядка. В ближайшее время у дома 11 на улице Ухтомского установят небольшую детскую площадку.